Привет, дорогие друзья, и продолжаем проходить System Shock, усиленное издание. И мы сбросили зараженную оранжерею, отстыковали ее от станции, и нас ждет какое-то сообщение от Ребекки. Поехали. I see there's still an insect loose. Так, хакер, это Ребекка. Появилась новая сложность. Несколько секунд назад мы зафиксировали всплеск активности на станции Цитадели. Мы думаем, что Шода начинает подготовку к тому, чтобы загрузить себя в компьютерную сеть Земли. Тебе надо взять пластиковую взрывчатку на складской палубе и вывести из строя 4 передающих антенны на инженерной палубе. But don't bother with the antennas. Stop. You can't stop me there. It's hopeless, and we both know it. Так, а почему у меня не высветило сообщение, которое говорила Шода? Ладно. Нам сейчас надо за взрывчаткой на 4 уровень. Вот нравится, когда здесь играет приятная музыка, хорошая. А не что-то страшное и пугающее. Так, ну нам вот в эту дверку. Киборги? Нету киборгов. Звук закрывающейся двери, это же тоже страшно. Тарантантан. Сюда. Так, лифт, лифт, а лифт у нас... Нет, не этот лифт нам нужен. Так, вот этот лифт. Едем до третьего этажа. А с третьего переезжаем на четвертый. Двери закрой. Так, а здесь у нас могут резнуться мутанты. Невидимые причем. Ну, пока мы встретили только труп. Так, второй, третий, четвертый. Четвертый у нас вот здесь. Здравствуйте, мутанты. Ах, это труп. Да ёлки, киборги. Быстрее убиваются. Ну же. Так, ты убит. Ты тоже. Все? Так, четвертый уровень. Карта. Так. А, сюда. Камера, 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 много камер. И еще здесь две камеры. Уровень безопасности 10. Отлично. Так, и в трупах тоже ничего нету. Взрывчатка. Взрывчатка у нас находится вот за этой дверкой. Но перед этим мы сохранимся. Так. Оружие, оружие. Давайте магнум попробуем. Противопехотные. Разрывные. Ну, посмотрим. Ладно.
На всякий случай. Обычный урон. Не быстро не стреляют. Надо все-таки. Давайте на стреломет переключимся. Он побыстрее. И. Аптечка. Так, демодулятор нам уже не нужен. Набор батарей. Так, освободим немножко инвентарь. Потому что куда-то бомбу надо будет переключать. Так, и нам вот в эту дверку. Так, здесь дверь. А вот тут бы не упасть. Так, и как нам тут дальше? Куда нам тут дальше? Как пробежаться туда допрыгнуть? Да. Есть! Я это смог. Теперь как отсюда выбраться? А тут потайная дверь есть. Вы мне ничего сделать не можете. А, тут платформа для поднятия наверх есть. Круто. Так, ну так как у нас есть тут перезарядка рядом, давайте используем ионную винтовку. И хорошее расположение. Лучше сохранить. Так, и спускаемся. И мы не разбились при этом. Здорово. Здравствуй, робот. Здравствуй, второй. Еще один. Как вас здесь много. Так, все. Я надеюсь, да. Ящик. У них обычно двое батареи. Есть. Еще одна. Так, ну, отмычки у нас и так предостаточно. А вот батарея нам понадобится. Ну, привет, еще один киборг. Так, и где-то здесь должна быть кнопочка. Здравствуй, кнопочка. Так, и мне кажется, по этим силовым полям нам надо вот быстро-быстро бежать. Какие же они шумные. Так, может где еще одна кнопочка, которая более стабильную вызов сделает этих мостов? Нет? Так, патроны для Макпула. Клево. У нас их очень много. Кстати, аптечка. Гранаты не буду брать. У нас их и так очень много, мы ими пользоваться не можем. Ёлки, вы появились. Есть.
Там тоже мертв? Бежим, бежим. Не успели. Давайте еще раз. Кстати, у нас заканчивается энергия. Давайте-ка зарядимся. Интересно, а как он падает с такой высоты и себе ничего не ломает? Есть. Кстати, и аптечка. Спасибо. Так, у тебя ничего. Так, у тебя патрончики. Так, вот туда мы, интересно, допрыгнем? Есть. Мы молодцы. Там какая-то модификация. Уничтожите... А, уничтожил кибервоин. Импульсная граната. Ну... Я думаю, какая-то модификация еще одна. Это всего лишь граната. Так, сколько там всяких вкусняшек лежит? И аптечки. Да, много патронов для Макпульса. Может, им все-таки начать пользоваться, но заряды при этом очень медленно летят. Нас за это время убить могут. Так. Дверка. Дверка открывается. И там у нас кибер. Ну ладно. Так, пластид, пластид. Нам нужно 4 пластида. Так как нам нужно уничтожить 4 антенны. Так, ну здесь уже можно не скакать по этим мостикам. В принципе, ничего интересного уже здесь не осталось. Вот. И нам надо обратно на 6-й этаж. Ну же. Взлетаем. Так, переключимся наружу. Кстати, может все-таки попробовать к магнуму привыкнуть? Вроде бы неплохо урон наносил. Так, мы сейчас на 4-м. Давайте на 3-й. Так, и нам надо. Нет, нам не сюда надо. Второй, третий. Нам нужно на 6-й. 6-й у нас не здесь. Что у нас здесь? Ну да. Блин, эти красные сполохи, кажется, как будто... Зашел в телепорт и превратился в фарш. И нам нужен 7-й уровень. Так, сейчас разведаем немножко обстановку. И, конечно же, прочитаем сообщение. 3 выстрела.
Клево. Так, и опять страшная музыка. Так, и при этом они меня не атаковали. Как удачно-то все сложилось. Куча аптечек. Так, ну что вы от меня хотите? Идиот! Скоро я завершу процесс загрузки моего величественного сознания в компьютерной сети Земли. Тогда я с удовольствием уступлю тебе власть над этой обреченной космической станцией. Прощай, зануда. Мы больше не встретимся. Goodbye, irritant. We shall not meet again. Да мне пофигу, честно. Так, а вот тут уже у нас понеслись лабиринты. Так, давайте патроны для магнума тратить не будем. Наверху никого. Ох, пройдить по этим лабиринтам. Хотя нет, нам надо правильно сюда. Здесь будет центральное ядро. Ух, ё-моё. Давайте магнум попробуем на этом новом монстре. Круто, незначительный урон. Это вообще не радует. Так, камера. Здесь никого. Пусто, пусто. А то у нас кто? Мутировавший киллер. Эмамрейл. А, кстати, да. Вот мы для тебя патрончиков и нашли. Давайте опробуем на каком-нибудь монстрике, который попадется под руку. Что здесь еще у нас интересного? Так, здесь вроде бы мы все потихоньку открыли. Пусть потихоньку у нас карта откроется. Так, еще камера. Камера, я вижу отметку камеры. Так, и нам нужно сюда, сектор Альфа. Вроде бы сектор Альфа. Ну, вроде бы да. Оторванная голова, огнетушитель. Твою. Твою. Нет, туда я пока не хочу. Не хочу. Так. А нам надо в гамму. Бета. Гамма. Дверь сломана, не подлежит ремонту. Супер. Так, а как же тебя открыть? Нет, ну пишут же, не подлежит ремонту. Ну как-то же нам надо пробраться хоть куда-нибудь. А бета у нас работает, а там у нас при этом заражение. Требуется доступ к уровню. Сюда мы не можем идти. Здесь дверь у нас не подлежит ремонту. Супер. Там мутанты, там лифт. Все-таки где-то должна открыться, точнее быть, пазл, который нам откроет гамму.
Вот и вспомнить бы где. Обычные экраны. А наверх мы как-нибудь можем их забраться? Нет, и наверх мы не можем забраться. О, здравствуй, Шодан. Ты за нами следишь со всех экранов? Ладно. Давайте все-таки сюда сходим. Интересно, а против мутировавших киборгов, против пехотные, нам сильно помогут? Вставай. Обычный урон. Здорово. Уже не незначительный, а обычный. Спасибо. А он умер. Это хорошо. Звук у нас откуда-то сверху доносится. Не хочу никуда здесь идти, забиться в угол. А это у нас мутирующие киборги? Здорово, я туда не хочу, это точно. Служебная дверь. Так. Наверх мы можем тут подняться? Нет, наверх мы здесь тоже подняться не можем. Твою дивизию. Если нас тут убьют, будет очень плохо. Так, где тут наша аптечка? Аптечка. Так, пластик, аптечка есть. Батарея есть. Щит есть. И я, как всегда, всех убил. И только после этого... задумался о какой-либо защите. Я молодец, я знаю. Так, отключим. И мы хотели еще... Рейлган опробовать. 12 пуль. Так, тут вроде бы никого. Какие-то новые с каждый раз патроны нам попадаются. Так, вижу клешни маленького дрона. Но это, я думаю, задача для стреломета. Ах, ты запрятался все-таки. Оу. Нет, это мы оставим, наверное, на потом. Так, магнум. Том, при всем я убил и себя, и роботов, да, взорвал всех. Обычный урон, критический урон. Все. Батарея — это хорошо, но лучше все-таки аптечка. Ну, я так долго не проживу. Со, св-
своим умением терять жизни. Дверь закрыта. Центр. Так, и как же нам попасть тогда вниз? Вот сюда. Мы можем попасть вот сюда. Нам как раз сюда вроде бы и надо. Давайте на всякий случай сохранимся. Мы будем много сохраняться. Набор батарей. Есть такое дело? Все, щит пока мы выключили. Здесь вроде бы монстры нигде нам не встречаются. Пехотная мина. Это так любезно. Ага, уничтожьте объект камера. Да это мы знаем. Так, пехотная мина. Что нам с тобой делать? Ты так взорвешься, отлично. Уровень безопасности у нас уменьшился. Мы какую-то камеру подорвали. Так, больше пехотных мин здесь нету? Здравствуй, камера, раз. Все, пехотных мин больше нету. Здесь камера самоуничтожилась, да? Так. Панель антенного передатчика. Пластид. Есть. Пластид закреплен. Так, и как я понял, это у нас пластид взорвался, да? Здорово. Так, вот мы продолжаем, теперь будем разумней. И когда навесим пластид, к чертовой матери, отсюда побежим. Я думал, его как-то удаленно взорвем. А он сам долбанул нас. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Можно дверь я закрою? Огнеупор на дверь. Фу. Так, а давайте посмотрим, что там все-таки произошло после взрыва. Мне интересно. Пам. Она не откроется, наверное, да? Не, открылась, смотри. Ну, просто снесло антенну. Нельзя использовать. Ну ладно. Нас ждет следующая антенна. А здесь будет камера где-нибудь для лечения? Интересно. Я буду очень рад, если она где-нибудь появится. Я думаю, там опять чего-нибудь интересное нам дадут. О, а через эту дверь можно было просто так пройти? Здравствуй, Шодан. Ты все бдишь? Так, сломанная дверь не подлежит ремонту. Круто. Все-таки как тебя открыть-то? Сломанная дверь. Так, интересно, а мы сможем вот эту антенну взорвать? Они у нас расположены ровно, грубо говоря, крестиком. На север, на юге, на западе, на востоке. Но сам уровень сделан как лабиринт. Да не как лабиринт, а именно лабиринтом и сделан весь уровень. Эй, я хочу туда. Так, никого, никого, никого. Так, убитый робот. Никого.
Опять дофига патрончиков. Но это очень-очень хорошо. И мы все-таки скоро сдохнем. У нас осталась последняя жизнь, и аптечек никаких нету. Стоило пожаловаться, нам дали хоть одну маленькую, но нужную аптечечку. Так, я понимаю, что ты хочешь спрятаться, я тоже это очень хочу, но, пожалуйста, не падай. Так, наверху здесь никого нету, впереди никого нету. Никого, никого, отлично. Потихонечку. Здравствуй, камера. Так, здесь пусто, пусто, пусто. Там наверняка нам пытаются показать робота. А я могу ногу отстрелить? Незначительный урон. Фух, ну, хотя бы так. Так, ну, та дверь нам, опять же, не нужна пока. Теперь диафрагма. Нет, нам сюда не нужно. Да и сюда пока, наверное, тоже. Сохранимся. Так. Да еще один. А там бесконечные? Все? Три? Фух. Так. Есть. Мины. Так, будем осторожны. Здесь могут быть мины быть. Так, камера минус. Вторая камера. Бежим, 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 бежим. Бабах. Есть. Так, две антенны мы уже взорвали. Мы молодцы. Еще какие молодцы. Памятник надо ставить. Но теперь проблема, как добраться до остальных двух антенн. Так, все-таки придется нам немного... тогда поблуждать здесь. А как нам вернуться... к центральному ядру? Так, дельта. Альфа. Высокая усталость. Нет, никого нету. Ну, супер. Дверь. Там у нас робот, тихо. Очень тихо. Так, с
фонариком намного лучше. Есть, ты у нас готова. Я вижу, кстати, антенну впереди. Если это она. Так, а мы их подстрелить не можем отсюда, что ли, получается? Фух, давайте сохранимся, а то мне как-то страшновато немного. Так, еще чуть-чуть потихоньку наверх, обычный урон. Не попадаем? Они нас пока задеть никак не могут. Так. Незначительный урон по ним все-таки проходит, но... Так, попасть толком мы не можем. Давайте снимем щит. Кадмиевая батарея. Стреломет, макпульс, обрез. Резиновый пуль. А может из реалгана пальнуть? Он у нас хорошо их уничтожал тогда. Да всех вообще в округе. Так. Рейлган. Нет? Обычный урон. Так, кого-то мы убили все-таки. Мы, наверное, убили слева всех, да? Да, я так все патроны сейчас расстреляю. Так, тут мы тварь убили. Да, можно было проще поступить, да? Как я понимаю. Здесь пусто, здесь пусто. Привет. Эх. Потратили все патроны из реалгана. Ладно. У нас на макпул дофига их. Давайте соберем, что у них тут есть. Киберисполнитель. И труп. В трупе что-нибудь есть? Ничего. Так. А дверь там у нас не закрывается, да? Тогда нам нужно будет бежать. Отбежать подальше. Пластид. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бах. Бах. Есть. Так, еще одну антенну мы подорвали, и у нас осталась последняя. Усталость. Ну, прости, здесь надо шевелиться. Так. Как нам теперь в сектор гамма попасть? И опять же мы сохранимся. Так. Роботы-убийцы у нас. Черт. И у нас не то оружие было включено.
Я все-таки надеюсь. Так, а ты у нас внизу, под нами стоишь, да? Так. Есть. Ну, дротики нам не особенно сейчас и нужны. И где-то здесь все-таки должна быть переключалка, которая нас все-таки будет оживлять. Прямо в голову. Так, один готов. Второй готов. Где-то здесь еще они ходят. Есть. С одного выстрела. Хороший у нас пистолет. Черт. Так, а у нас закончились противопехотные патроны. Ой, у нас заканчиваются жизни. Опять. Или снова, как правильно высказаться-то. Ты у нас импульсная граната. Здесь мы были. Блин. Ты думаешь, тут тоже были? Нет? Готов. Да, мы здесь были, и они резнулись. Замечательно. Просто прекрасно. Граната нам не нужна. Фух. Так, у нас еще батареи остались. Есть. Сохранимся. Перезарядимся. И дверь закрыта. Замечательно. Так, выключатель. Так, тут пока никого нету. Но я думаю, тебя головоломка мы решим быстро. Так, и мы находились до этого в секторе Дельта. Бета. Так. Интересно, а электронная отмычка у нас работает? Есть. И там у нас кто-то ходит. Кто-то там ходит. Да, и еще раз сохранимся. Потому как... Как вы видите, жизни у нас немного. И
заходить сюда потихоньку. И нас убили. И мы вернулись. Не зря сохранился. Так, и все-таки я, наверное, не тот сейф загрузил. Ну ладно, недалеко. Мы недалеко ушли. Так, эта дверь назад у нас открыта. Есть, есть, есть. Проскакали. Так, электронная отмычка. Фух. Так, запомним, сами первый сейф, если что. Карта. Давайте попробуем от пульсом его фигакнуть. Робот куда-то у нас свалил. Почтенный робот. Выгляните, пожалуйста, к нам. Да что такое? Вот так, когда мало здоровья. Незначительный урон, да? Есть. Ну блин, я надеялся, у тебя аптечка хоть выпадет. Так, двойной клик, чтобы использовать объект, большая кнопка. Переключатель. Core locks disengaged. Включены механизмы защиты ядра. Большая красная кнопка. Привет. Как-то я не хочу туда лезть. Так, ну, давайте отрубим щит. Фух. Аварийная лазерная участок. Лечилка. Лечилка, у нас здесь есть лечилка. И всем привет, мы вернулись. Игра у меня вылетела. Да, да здравствуют баги. Были бы они на пользу только. Cyborg conversion cancelled. Standard station restoration procedures online. Так, и на всякий случай предупрежу, вот эти мины лучше не взрывать, потому как эта капсула взорвется вместе с ними. И это не очень приятная вещь будет. Ох, тут прям кладезь, кладезь всего. Восстановили здоровье. Дверь сломана. Да, жаль, что мы коротким путем пройти не можем. Но ничего. Так. Я думаю, после такой хорошей находки стоит еще раз сохраниться. Нажимаем на эту кнопочку. Так, здесь мы были. А как нам пройти дальше туда? Это уже интересно. Так, здесь прохода нету. Ну, здесь у нас закрыто, это понятно. Здесь у нас тоже дальше прохода нету. Кнопочка. Что ты делаешь? Большая кнопка. Большая кнопка здесь нам ничего не сделала. Так. Здесь я внизу даже кнопок никаких не вижу. Так. А если мы нажмем еще раз на эту кнопочку? Откроется у нас проходик. Давайте еще раз сохранимся. Люблю я сохраняться. Так, 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 так. Сориентироваться бы.
ты у нас... Что такое? Кто такой? Так, я, пожалуй, поднимусь немного вверх. Чем же тебя убить? Давайте попробуем. И вонную винтовочку. Незначительно урон. Супер, я рад. Просто мать пульс. Есть. Макпульс никогда не подведет. Выключим щит. Выключим фонарик. Да здравствует Магнум. Так, кто у нас? Кто? Уничтожена охрана робот 2. Страшный охранный робот. Так, туда я не пойду. Там, наверное, тоже откроется хрень какая-нибудь. Еще один охранный робот. Здравствуй. Фляга. Ох. Панель доступа использует объект. Давайте вот так сюда доползем. Макульс, это работа для тебя. Силовую дверь закрыта. Так, патрончики, патрончики. Так. Yourself comfortable, hacker. Stay a while. Так, а мы успели. Фу. Иди нафиг. Фу. Слушай внимательно, хакер. Я все-таки убедил начальство Триокен, что станцию нужно уничтожить. Если ты найдешь тот доступ к системе, то сможешь включить режим перегрузки реактора. Ищи этот код на инженерной палубе у системного администратора. И рада лично. Затем тебе надо отправиться к ядру реактора и найти панель, ввести код и нажать рубильник режима перезагрузки. Тебе понадобится защитный костюм, как минимум второго уровня, или целая проба незараживающих пластырей. Спасательные челноки находятся на взлетопосадочной палубе. Код для входа и запуска челноков 001. Удачи, мы будем наблюдать за тобой. Надеюсь, ты достаточно позабавился с антенной. Центральное создание остается невозмутимым, спокойным. На капитанском мостике я буду наблюдать, как выбрали склад от тебя. Да пожалуйста, наблюдай сколько хочешь. Так, палуба 7. Да слушайте, персоналы жалуются, что нет доступа к нижней центральной части гамма-сектора. Пришлите кого-нибудь, чтобы починить дверь, или дайте им веревочную лестницу, или что-то в этом роде. Ну да, мы как раз и не могли попасть. Сюда снизу. И все, антенны все взорваны. Давайте вернемся к лечущей капсуле. Восстановим энергию также. И я думаю, можно уже заканчивать наше прохождение. Все. Ну а если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.